вальс, фокстрот и танго – это небольшая часть танцев, которые подготовили ученики первой гимназии для весеннего бала. Каждое выступление юноши и девушки посвятили цветам, о которых рассказывалось в стихах и легендах. А готовиться к главному мероприятию сезона здесь начали за 2 месяца. Мы с 10-ми классами танцуем танго. Это танец любви, и это играет достаточно важную роль для нас с партнером. До этого уже встречались, поэтому мы уже вместе танцуем. Ну, как танец, он как бы укрепил наши чувства друг друга. Ну, мы более стали, ну, как друг друга больше понимаем, взаимопонимание. В первой гимназии весенний бал проводится 5-й год подряд. Он является завершающим мероприятием социального проекта «Я гимназист». Его главной задачей является развитие личности, мотивация учеников к учебе и поднятие престижа учебного процесса. В рамках данного проекта проходят такие праздники, как «За честь гимназии», «День гимназиста» и «Большой гимназический бал», который завершает все, весь этот праздник и одновременно завершает учебный год. В 21 веке, где так много технических инноваций, важно встретиться на празднике красоты, танца, музыки и добра. Татьяна Галиева, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».